Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать свой день, который я хочу построить, такой вот день. Не всегда получается, потому что лень нас почему-то одолевает. Но то, что я вам рассказывала, для борьбы с мигренью обязательно физические упражнения. Я начинаю свои упражнения с 4 километров проходки. Проходки. Вот я себе иду на тренажере. После спортивной ходьбы, то есть вот я размялась, теперь у нас идут упражнения для головы прежде всего. Не спеша, на счет 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Еще хорошие такие да, да, нет, нет, да, да, нет, нет, да, да, нет, нет. Разминаем. Руки, плечевой сустав дальше пошел, кисти, то есть стараемся размять все, что у нас везде, где есть у нас суставы. Потому что собирается это у нас, вся мигрень начинается у нас вот с этого треугольника. Вот. После плечевого у нас идет нижний, то есть так вот как позвонок идет, так мы его и разминаем. Очень хорошее упражнение, это вот эти... Там, где есть танец живота, вот. И здесь работает у нас средний суставчик. Когда ты его проверяешь, вот он работает, его таким образом разминается. И когда мы сжимаем коленками, мы сжимаем мячик. И так стоим минуту. Это очень хорошее упражнение. Оно полезно для женщин, кому за 50, за 40. Вот, укрепляет вот эти вот мышцы. И поэтому мы стараемся его, женщины и девушки наши, мы стараемся его делать, это упражнение. Тоже упражнение мне нравится, оно разминает опять же нижний таз. Вот. Мы делаем такие как удары бедром, ну на мяче. Здесь нагрузка небольшая, и мы вот раз удар, так как в танце живота получается ударчик такой. Таким упражнением я стараюсь растягиваться. Мячик, когда идешь, мячик очень хорошо тянет позвонок. Таким образом я растягиваю вот эту часть, тоже на мячике. Еще мне нравится упражнение, называется шагами. Очень хорошо для вестибулярного аппарата. Шагаем. Это упражнение для пресса. Главное, не тяжело. И интересно. Ой, еще прекрасное упражнение. Мне тоже нравится. Тоже и пресс, и вместе с тем... И наши кости работают. Еще прекрасное упражнение. Стоим на мячике. Раз. На мячике стоим. Опа. Раз. Два. Опа.